Всех приветствую, дорогие друзья. Продолжаю выполнять голову быка. Сейчас непосредственно начинаю заниматься прической. Вот, мне нужно сформировать верхнюю часть. Вот, для того, чтобы уже начать примерять и размещать рога и уши, которые будут делаться отдельно и потом уже непосредственно крепиться. Вот, я набросал себе такие куски форм, просто хаотично. То есть я сейчас проведу для вас ручкой, чтобы это было более заметно. Вот. Делаю очень широкие плоскости. Потом на них я буду уже непосредственно дробить на такие червячки, чтобы было наиболее похоже вот на этот вариант, который у нас имеется на исходном изображении, с которого мы делаем. Вот. Берем крупный уголок и начинаем проходить по этим формам. На этих крупных кусках мы сейчас начинаем дробить на более мелкие. Делаем их разной длины, разными по форме стараемся, потому что однообразие убьет композицию. Нужно такие красивые ритмы создавать. Вот. Вот в процессе все формируется. Так, здесь у нас рог пойдет, еще один можно сюда добавить. То есть я делаю как бы хаотично, а потом уже непосредственно на самой форме уже разбиваю так, как мне надо. Длину делайте разную. Вот. И таким образом проходим еще раз поверх тех, которых мы сформировали. Вот. Сейчас, чтобы не запутаться, уже надо тогда нижнюю плоскость, на которую мы насваивали, мы ее просто подрезаем. Каждую из этих плоскостей. Ну и плоскость саму эту можно немножко закруглить. У каждого, конечно, манера и стилистика будет своя выполнение, но я стараюсь приблизиться к тому варианту, который есть у меня. Вот. И потом глубже утапливаем, просто добавляем более мелкие стамески. И все это более дробно проходим. Здесь можно было добавить еще одну. Вот, но я думаю, принцип понятен. По такому принципу вы должны сделать вот эти все насвоения. То есть ниже, выше, форма разная, длина разная. То есть я еще буду немножко детализировать, изменять. Повороты разные, разные по высоте. И таким образом постепенно формируете. Потом в процессе все это дело будет подрезаться. Так, теперь начинаю прорабатывать лицевую часть. Меня сейчас интересует
сымитировать вот эти складки и придать такое ощущение, что это кожа. Поэтому сейчас буду разрезать на эти складки, которые здесь имеются. Постараться сделать их живыми, чтобы читалось, что это кожа. Вот. Таким образом берем уголок. Начинаем дробить это все дело на складке, обязательно при этом смотря на изображение, из которого вы делаете, или рисунок. Раздробили, получается, уголком. Сейчас берем пологую стамеску и начинаем просто по форме закруглять. Опять же анализируя наш исходник, с которого мы делаем. Вот, следующий. Попытаться поискать вот эти складки, потому что нужно передать материальность кожи. А эта задача довольно-таки не из легких. Вот, то есть таким образом проходим постепенно. И смотрим, в общем, получается то, что нам нужно или нет. Если не получается, тогда корректируем общую цельную форму, то есть этот кусок, уже с ним работаем. Вот таким образом я буду разбивать форму, находить форму этих складок, соответственно, и пробовать уже передавать именно материальность. Вот. Ну, задача, думаю, в принципе, понятна, поэтому будем двигаться дальше. Продолжаем работать с боковой частью, то есть мне нужно еще планы ноздрей сформировать. Проверяем, чтобы это было симметрично с двух сторон, потому что это я уже сделал. Вот, теперь нас управляем вот здесь. Тоже немножко все в эту систему включить, потому что эта часть развернулась сама себе, эта часть развернулась сама себе. Нам нужно все это дело собрать. Так, надо нам начинать тоже заниматься. У него немножко должен быть все-таки оскал, приподнят вверх. За счет этого формируются у него складки. Это надо тоже в этот момент постараться передать. Так. То есть глубину немножко топим, потому что на картинках у него там имитация зубов есть какая-то на скале. Поэтому посмотрим. Как нам это все дело сделать.
Уточняем контур. Сейчас у нас. Стараться внутри создать плоскость. Посмотрю, буду делать зубы, не буду делать зубы. Так. Так, теперь следующий момент. Нужно нам начинать уточняться здесь. Переход сюда. И посмотреть, как у него переход на нижнюю губу происходит. Что-то мне пока не очень ясно с этим. Так. Вот, на этом этапе я тоже потихонечку срезаешь, сравниваешь. Спеши здесь. Не получится. Вот, и так постепенно мы идем, уточняем. На одном месте не застаиваемся и до конца не делаем один из объектов, не включая в общую систему каждый из элементов. Поэтому нам нужно постепенно двигаться. Сейчас приступлю тоже, здесь начну делать волосы. Ну, пока на данном этапе у нас получается вот такая работа. Начинает уже потихонечку все вырисовываться. Буду, соответственно, ставить на место рога. Ухо надо будет все это отдельно делать, поэтому много будет возни сейчас на складках. Буду делать тут имитацию кожи. В принципе, форму я вроде нашел. Стал уже похож на быка. То есть сейчас с челюстью еще поработаю, вот, посажу на место ее. Ну и начну уточнять глаз, тоже немаловажная вещь. Ну и дробить этими складками, то есть волосы детализировать. Ну и здесь выявить этот угол вот, перелома формы. Вот. Вот таким образом постепенно движемся. Ну на этом этапе все. Всем спасибо за просмотр. Ссылки на Инстаграм, группу ВКонтакте я оставляю в описании. Всем спасибо, всем пока.